Разбойное нападение на игорное заведение совершено в Кызылорде в ночь со 2 на 3 января. Налетчики задержаны, старшему из них 22 года, младшему 18 лет. Налет был совершен около полуночи на одно из игорных заведений по улице Байтурсынова. Группа неизвестных в масках, угрожая ножом кассиру, завладели деньгами в сумме 220 тысяч тенге и скрылись. На вызов незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа. На месте происшествия был обнаружен и изъят травматический пистолет «Стриммер» 9-миллиметрового калибра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо подозреваемых. Ведется досудебное расследование.